4,5 миллиона рублей отсудила у камчатских врачей елизовская семья за смерть маленькой дочери. Как рассказали в прокуратуре, все началось с того, что невролог прописал 7-месячной малышке препарат, который вызвал побочные явления. Девочку рвало. Спустя несколько дней рвота повторилась, и мама вызвала скорую помощь. Бригада медиков сделала ребенку укол и отвезла в елизовскую инфекционку. Там состояние малышки ухудшилось, ее перевели в реанимацию и только на следующий день доставили в краевую детскую больницу в Петропавловске. Помочь девочке не смогли и там. Ребенок впал в кому и через полгода умер. Родители малышки обратились в суд. Как удалось выяснить экспертам, недостатки оказания медицинской помощи были допущены врачами на всех этапах. Одним из существенных дефектов было введение 7-месячному ребенку инъекции препарата, запрещенного к применению детям до 2 лет. Сначала врачами скорой, а затем повторно в елизовской больнице. В детскую краевую ребенка доставили в тяжелом состоянии, и там в лечении были допущены диагностические и тактические ошибки. Иск родителей был удовлетворен. С врачей в общей сложности взыскано 4,5 миллиона рублей, а также расходы на похороны малышки. Представители медучреждения обжаловали решение, требуя его отменить, так как, по их мнению, вина медиков в смерти ребенка не доказана. Судебная коллегия отклонила апелляционные жалобы ответчиков. Решение районного суда оставлено без изменения.